Несмотря на то, что милиция в нашей стране не так давно поменяла свое название и теперь называется полицией, профессиональный праздник отмечается в тот же день, 10 ноября. Этот день прочно вошел в календарь праздничных дат страны. Во все времена нести службу по охране законности и правопорядка, профилактике и раскрытию преступлений было нелегко, а сегодня эта работа стала особенно трудной и напряженной. 10 ноября в межмуниципальном отделе МВД России Кашхабльский состоялось традиционное торжественное мероприятие по случаю празднования Дня полиции. Сегодня вся страна празднует День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Праздник мужественных людей, стоящих на защите правопорядка. Как бы сегодня ни менялось российское законодательство, как бы ни называли солдат правопорядка, всегда остаются востребованными ответственные и грамотные сотрудники, которые ради спокойствия и благополучия граждан жертвуют своим личным временем, днем и ночью готовы прийти на помощь, не щадя своего здоровья, а подчас и жизни. Успех любого дела держится прежде всего на профессионализме людей. Но в нашей профессии этого недостаточно. Чтобы служить в органах внутренних дел, непременно нужно иметь мужество, выдержку, принципиальность, чувство долга и огромную ответственность за жизнь других людей. На собрание были приглашены глава района Заур Хамирзов, глава Шевгеновского района Аслан Меритуков, председатель общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России Кашхабльский Аслан Агиржаноков, председатель первичной организации межмуниципального отдела Нурби Бароков. Открыл торжественное собрание начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев. Сегодня личный состав межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский выполняет поставленные задачи в условиях непростой оперативной обстановки. Все это требует от нас более эффективных подходов в борьбе с преступностью, совершенствования стратегии и тактики противодействия криминалу. Криминогенная обстановка и итоги работы органов внутренних дел за 10 месяцев показывают, что мы находимся на верном пути. По-прежнему сохраняется устойчивая тенденция сокращения преступности. Благодаря самоотверженному труду, верности долга и чести, готовности к работе в самых сложных условиях, мы успешно решаем одну из важнейших государственных задач – укрепление законности и правопорядка в Республике Адыгея. Я благодарю вас за достойную службу и профессионализм. В наших рядах немало сотрудников, чей служебный путь стал ориентиром для будущих поколений стражей правопорядка. Те, кто ценой своей жизни, своего здоровья доказал верность присяге. Особые слова благодарности сегодня хотелось бы сказать ветеранам органов внутренних дел. Спасибо вам за то, что вы есть. Это праздник и наших жен, родителей и всех близких. Каждый знает, насколько важна поддержка со стороны родных в нелегкой службе и как ценно тепло близких сердец, согревающих нас во время разлуки. Мы искренне за это вам благодарны. В органах внутренних дел есть торжественные даты, и не может быть выходных. Специфика работы такова, что и в этот день большинство сотрудников находится на служебном боевом посту. Праздничный день, я желаю вам добра, счастья и благополучия. С праздником, дорогие товарищи, с Днем сотрудников органов внутренних дел. Со словами поздравления к личному составу межмуниципального отдела обратился глава района Заур Хамирзов. Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным праздником. Очень отрадно отметить тот факт, что межмуниципальный отдел Кашихабльский на очень хорошем счету уже долгое время находится в Республике Адыгея, неоднократно занимаете ведущие первые места по итогам анализа деятельности районных отделов внутренних дел. Уважаемые друзья, позвольте мне еще раз вас поздравить с профессиональным праздником. К сожалению, сегодня в этом зале собрались не все, потому что да, действительно у вас специфика работы такая, что рабочий день никогда не заканчивается, он не нормированный, поэтому с праздником здоровья, счастья, успехов, карьерного роста всем. Пускай у вас, в ваших семьях сбудется то, о чем вы мечтаете. Спасибо. Наиболее отличившимся сотрудникам, а именно Зауру Биркову, Артуру Ворокову, Мурату Вучеву, Адаму Афашагову и Зухре Габдрахмановой, глава района вручил почетные грамоты. С профессиональным праздником поздравил сотрудников межмуниципального отдела и вручил грамоты глава Шевгеновского района Аслан Меритуков. Не остались в стороне председатель первичной ветеранской организации Нурби Бароков и председатель общественного совета при межмуниципальном отделе Аслан Агиржаноков. Этот профессиональный праздник я пожелаю всему личному составу от имени ветеранов отдела здоровья крепкого, благополучия всем, успехов в работе. Дорогие сотрудники органов внутренних дел, дорогие друзья, от имени членам общественного совета, от себя лично
Поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником. И как в песне поется еще раз, всегда запомнилась ваша служба и опасна, и трудна. И тем не менее, и в дождь, и в снег, несмотря ни на какие трудности, вы с достоинством несете свою службу. Поэтому всем вам, вашим близким, родным, руководству, еще раз хочу пожелать всего самого наилучшего. Как отметил Зоур Аскарбевич, вы долгие годы являетесь лидерами в своей работе по республике. Желаю вам не падать, не останавливаться, продолжать, и всех благ вам. Еще раз поздравляю. Завершилось мероприятие приятным моментом. Начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев вручил очередные специальные звания Ларисе Нагоевой, Владимиру Мелехову, Альберту Хапачеву. За отличие в службе медалью первой степени был награжден Александр Воронов, медалью второй степени Борис Карачанский, медалью третьей степени были награждены Заур Бжидугов, Расета Барокова, Зарема Варокова, Азамат Карданов, Аскер Хуажев, Аслан Цекушев. Ряд сотрудников были также отмечены почетными грамотами.